Мероприятие «Роуд-шоу» прошло в Казанском университете в рамках серии стартовых мероприятий в 19 регионах России. Студентам рассказали о технологическом предпринимательстве, о том, как работают университетские стартап-студии и какие инструменты необходимы для поддержки стартапа. Мы надеемся, что, собственно, это мероприятие поможет увеличить количество наших стартапов, а также создаст благоприятную среду для развития стартап-сообществ. Мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Перми и Самаре. До конца декабря аналогичные встречи с мастер-классами запланированы в Томске, Новосибирске, Белгороде, Уфе и других городах России. Так, на площадке КФУ прошла лекция о технологическом предпринимательстве и стартап-студиях. Деловая игра о ролях и командах в стартапах. Игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку. Питч-сессия перед экспертами для тех, кто уже делает свой стартап. Обучение технологическому предпринимательству проходит в рамках реализации федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям». У нас Казань большая, город университетский. Я уверен, что это не первая такая встреча. Минобрнауки Российской Федерации большое внимание уделяет поддержке инновационных проектов студентов и выпускников вузов. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.